Левицкий Дмитрий, доброе утро! Сегодня вторник, да, мы в эфире. Программа Рестораторы. Все как положено. Продолжаем наши ежевторничные посиделки. Ай, вторники у нас с нашим продюсером Алексеем Савиным начинают традиционно, очень хорошо, потому что наши новые гости. Готовят нас замечательные завтраки. Я завтракаю, друзья мои, каждый вторник. Просто шикарнейшим образом, скажу я вам. Да? Редкий человек может себе позволить. Лучшие рестораторы Москвы готовят мне завтраки каждый вторник. Но это ж, ну, это же вообще. Да? Я Не говорите руководству финам, но мне кажется, зарплату можно не получать при такой жизни шикарной. Да? Ладно, ладно, Савин, ты будешь получать. Итак, продолжаем наши разговоры. Сегодня у нас в гостях, как и было сказано в анонсе, мой очень хороший друг, подруга с большим стажем. Катя Ковалевская, совладелец ресторана «Кадриль Самаром». Катя, привет! Привет, Дима. Добрый день всем. Молодец, что пришла. Мы зовем Катю уже достаточно давно в нашу студию. Но ну, она как-то все не приходила, не приходила. А вот, наконец-то, она к нам пришла. Почему Катю мы сегодня позвали? Ну, по двум причинам. С одной стороны, действительно, ресторанный проект Кати, который называется «Кадриль с Самаром», он достаточно интересен, и, как я в анонсе говорил, да, это ресторан, которым... Ну, высокая кухня, эксперименты с высокой кухней, эксперименты со вкусами, эксперименты с подачами. И это не традиционный ресторан в понимании многих слушателей. Когда ты приходишь, у тебя большая толстая папка, ты выбираешь из набора блюд. Там есть три сета, да? Если я сейчас прям три, да? да? Три сета, и ты можешь выбрать лишь вот один из трех вариантов. И дальше то, что ешь, что дают, что вот тебе принесли и там, да? Вот, пожалуйста. Потребляй то, что есть. Не самый привычный, наверное, для российского обычного едока такая концепция. Вот поэтому действительно было интересно с Катей поговорить, насколько эта концепция живучая, что с ней происходит, да, насколько там и как наш народ вообще на это реагирует, собственно говоря насколько эта концепция пригодна для бизнеса. Однажды мы тут была тема, посвященная вообще ресторанах высокой кухни да, в России, и наши гости тогда говорили, что, наверное, бизнесом это назвать сложно, и, в принципе, как сам по себе, там, да, вот высокая кухня в России еще рано, чтобы она действительно становилась бизнесом. С другой стороны, я знаю, что у Кати, есть, не знаю, хобби, или это не хобби, или это есть часть работы, что Катя постоянно где-то путешествует, находится в постоянно таких гастрономических каких-то турах, постоянно где-то после Какие-то фотографии из каких-то скрытых, в каких -то деревнях каких-нибудь французских-то мишленских ресторанов фотографируются там с бакюзами, где-то постоянно шастает, постоянно дегустирует какие-то вина. Ну, в общем, я, я честно говоря, уже не успеваю следить за всеми Катиными, там путешествиями с точки зрения гастрономических пристрастий. Вот про эту часть тоже хотелось бы сказать и поговорить. Ну, пора тебе что-нибудь рассказывать, Катя, я то все говорю. Ну, говорю, Владимир, говорю. я бы хотела... Только в первую очередь сказать, что у нас не ресторан а высокой кухни. А, ну вот давай тогда, да. Управляй меня сразу. Ну, давай про ресторан тогда и начнем. Нет, начнем не так. У меня, знаешь, всегда и любой эфир начинается с того, что мы гости спрашиваем, а ты кто такой? Да, потому что по образованию имеется в виду, потому что, ну, забавно, да, разные люди с разным образованием и совершенно непонятным образом люди стекаются в ресторанную отрасль. И вот у нас уже такая традиция, поэтому давай мы начнем тоже с этого вопроса. И хотя я ответ на него знаю, давай мы расскажем радиослушателям, как тебя-то жизнь скрутила, на кого ты училась, и как так получилось, что ты в итоге занимаешься ресторанами? Да, и всей этой истории. Давай рассказывай. А, ну, я магистр экономики, закончила высшую школу экономики вместе с Дмитрием. Ага, запалила. А, ага. Долго я работала по профессии и в разные стороны меня мотала. И главным бухгалтером, и финансовым аналитиком. и, в принципе была востребована в своей профессии. Но больше всего в жизни мне нравится видеть моих друзей и гостей дома. Вот, и мне очень нравилось собирать компании, и я поняла, что моя квартира недостаточна для того, чтобы... Слишком тебе дорога. И слишком дорога, да. Ага. И как-то захотелось уже встретить и гостей, и друзей в каком-то месте, которое бы... Еще и б, доп, дополнительно приносила бы какие-то деньги. Ага. Слушай, ка ну а вот любовь к готовке, любовь там к кулинарии, любовь вообще к еде э, она вот откуда пошла? Когда в семье у тебя там люди готовили? Да, нет, наверное, я думаю, что это как-то генетически на подсознательном уровне есть люди, которые любят готовить и которые не любят готовить, они делятся ну, в какой-то пропорции 50 на 50. Ага. Да, я там с 4-5 лет уже делала какие-то завтраки. Моя мама покупала журнал «Бурда», я перепортила кучу продуктов, пытаясь приготовить что-то по этим немецким технологиям, но, к сожалению, вот так вот на глазок всегда получалось лучше. Ага, то есть плита лысого не была готова к немецким технологиям? Что... Да, у нас не было желатина в, в каких-то пластинах, и ага. ингредиенты приходилось посочинять на ходу, и это обычно кончалась фиаско. А, я понял. Слушай, но ты ведь все-таки, мне кажется, не повар, да? Вот ты же все-таки не, не, прям вот готовишь. Да? Нет, я имею в виду, ты в ресторане ты же не готовишь, да? Или ты готовишь сейчас уже? Я, может, просто что-то не знаю. Нет, в ресторане, конечно, я не готовлю. Для этого у меня есть шесть человек, которые ага. вполне профессионально с этим справляются мне не нужно помогать. Ну, бывает, бывает, конечно, случаи, когда а, мы сидим среди ночи, и нужно что-то кому-то приготовить для а, своих друзей. я на этой кухне пытаюсь найти Это был я, да, дорогие Это был я, кто был среди ночи, котором надо было что-то приготовить, и пришлось сказать, и самой мне делать 8 подач среди ночи. Слушай-ка, ну вот мне кажется, вот я, знаю тебя, все-таки больше понимаю... Вот есть люди, действительно, которые свою страсть к готовке переносят в ресторан, да? Они как бы, ну, все равно как бы готовят, они что-то придумывают, изобретают блюда. Ты, мне кажется, все-таки больше исследователь еды, нежели вот сам повар, да? Нет? Или... Я, ну, вот... я сейчас, может быть, скажу несколько патетично. Мне хотелось бы нести культуру еды в массы, вот можно так сказать. То есть свой, свой ресторан мы открывали для того, чтобы показать, что бывает, и как это бывает, и что ага. бюджетно можно... Получить громадное удовольствие. То есть это какое-то гастрономическое приключение для человека он приходит и раз-две недели получает какую-то новую эмоцию он что-то пробует то, чего он в другом ресторане точно не попробует. Угу. Слушай, ну ведь это, это, это твой первый проект, да, там ресторанный, да, я не знаю, там планируешь ты дальше двигаться в этом? Ну, роде конечно, и кто как и... кто первый проект за свой запустил, конечно думает о следующем, особенно если он посвящает ага. этому столько времени, если это не какой-то побочный бизнес и как я, например, я постоянно в ресторане, мне, конечно, хочется двигаться дальше. Ага. Uh -huh. А, а, хорошо, но э, вот ты вот э, страшновато было взять и ломануться из магистра экономики в ресторан. Ну, ресторат? конечно, естественно, особенно если у меня есть инвесторы за спиной, которые спрашивают, ну и когда? <laughs> конечно. Которым страшнова... твое несение вкусов массы не так интересно. Ну, однозначно, <laughs> да, их больше интересует, конечно, ч... прибыльная часть этого бизнеса. Uh -huh. Но я думаю, что одно с другой зацепится, и что люди, ну, гостей все больше, и uh -huh. все больше постоянно. Данных. И это на самом деле то, что, то, что бы мне и хотелось. А, постоянные гости, которые приходят раз в две недели и пробуют новый сет, и уже все достаточно. Угу. Ну, раз в две недели ты говоришь, давай сейчас слушателям поясним, да, потому что раз в две недели у тебя в ресторане меняется как раз, да, полностью. Да, два раза в месяц, если два раза меняется да. полностью меню. Давай тогда я дам тебе слово чуть рассказать про, ну, про сам ресторан, про саму концепцию, да, вот люди не знают, не все были, да, многие не были и не слышали про Кадрис Самаром, все-таки это не массовая история, да, она немножечко такая, и мне бы тоже хотелось со своей стороны, чтобы больше людей о ресторане узнали, потому что я уверен, что вот он своей самобытностью, конечно, свой круг постоянных гостей, и любителей и ценителей, конечно, он а, приобретет. А, ну, расскажи про концепцию, вот как ты да, про нее Ну, концепция рождалась из помещения. Помещение небольшое, у нас всего 40 посадок, и... Да, я угадал сейчас. сейчас просто да, и фирме, очень раз мы и и маленькое помещение, маленькая кухня, э, невозможно делать какие-то большое количество заготовок, да и не хотелось бы. Uh -huh. Поэтому было решено однозначно, что это будет короткое меню, но короткое меню не интересно гостям. То есть мы находимся в самом центре Москвы, мы не можем себе позволить низкий чек, поэтому мы сразу понимали, что нам нужно как-то привлечь людей, чтобы им было интересно. С угу. коротким меню это невозможно. Поэтому мы решили, что мы будем просто два раза в неделю менять меню, два и был, вместе, вот, да? ну два ага. раза в месяц менять меню и собрать это все с этой как-то само собой получилось потому что ну одним салатом мы никого не удивим да даже если он будет просто необыкновенной красоты то есть хотелось сделать так как это делают в европе в большинстве ресторанов правда у нас наверное ну, может ресторанов быть... не не в большинстве а в ресторанах все-таки высокой ну, ну в, в, помни, в там, большинстве этих всех... ресторанов, в которых я была. Да вы знаете ли, а мы-то все по Макдональдсу не Да нет, на самом деле, даже в достаточно простых ресторанах шеф-повара часто собирают сет. И, может быть, это немножко напоминает наш бизнес-ланч, когда из какого-то там из меню выбирают некоторое количество блюд и предлагают их покупать по определенной цене. Такого в ресторанах вообще много. Но хотелось чем-то удивить. И действительно... То есть у нас пять подач, каждая из них никогда у нас еще не повторялась, и все это необыкновенно красиво. Ну помимо того, что это, конечно, очень вкусно, три сета: мясной, рыб, ну как рыбный, он рыба, морепродукты и вегетарианский, тот, который у нас потом будет постным. То есть мы, ага. Будет какой-то, видимо, еще предновогодний сет с трюфелями, флагра так чтобы вот, люди почувствовали наступление праздника, ну и мы еще у нас есть еще некоторые такие отклонения от вот, нашей классической схемы мы подаем с трех до шести чайный сет там сэндвичи пирожные люди могут просто попить чаю а, ну вот и все на самом деле вот и все наше меню Ага. У я нас помню, очень хорошая я... карта винная. То есть мы подбираем вина Она постоянно меняется. То есть сегодня уже мы вино будем угу. какое-то выводить. А, пошел обратный отсчет. Сейчас мы с тобой уходим на новости. Хорошо. Ну а после новостей продолжим разговор про кадриль Самара. Доброе утро, Левицкий Дмитрий. Программа Рестораторы. Продолжаем наш разговор с Катей Ковалевской, со владельцем ресторанного проекта Кадриль Самаром. А, хочу назвать телефоны в студии. Э, верните ко мне их на экран. Отлично. 495 65 10 99 6. Можете звонить нам в студию? Да, да, Виктория. Я помнил, я хотел это сказать. <с> Обычно мне просто говорят, что я забываю. Вот я, видите, не забыл. А, сайт финам.фм, форум нашей программы. Пожалуйста, можете туда отправлять вопросы. Да, либо смс на номер 5533. С, бу с буквы «Я» начинается ваше сообщение. Я потом пробел и все, что вы думаете по поводу ресторана «Кадыль Самаром», если вы там были. Либо вопросы, если вы там не были, пожалуйста, задавайте. Кать, вот э, три сета по пять подач, да, мясной, рыбный, вегетарианский, все хорошо, все при прикольно, ты говоришь о том, что в самом начале сказала, что ты хочешь показать людям, что за вменяемые деньги можно это дело получить. Вот расскажи, сколько это будет стоить, вот такое удовольствие. Ты так порассказывала, что, в общем, кажется, что это должно стоить миллионы. Ну, 1950 рублей стоит самый дорогой наш сет, он и мясной. 1750 за рыбные, 1450 за вегетарианский. Я думаю, что ну, вот человек может прийти и очень хорошо покушать. За 2000 рублей очень хорошо. Ага, Он ага, абсолютно ага. сыт ему идет, и воду мы даем бесплатно. То есть, в принципе, больше, чем это, уже ему не придется платить. Ага. Ну, только алкоголь сверху, если я правильно ну, понимаю. Ну, да, алкоголь, есть, конечно. Напитки, да. А, ну, 2000 рублей за 5 подач, наверное, действительно не так много. Вполне себе цены сегодняшних ресторанов, но концепция ведь такого питания с сетами, она... Вот почему вообще идея кормить сетами? Вот откуда сет? Почему именно сет? Почему нельзя вот, да, там, все твои блюда написать отдельно на страницу и дать возможность гостю заказать и выбрать там, да, что-то оттуда, что-то оттуда, что-то оттуда? Ну, мне кажется, что тогда мы получим клиентов, которые будут приходить брать одно блюдо и... Допустим, на этом заканчивать свой диабет. Нет, они должны прийти, они должны покушать, увидеть все, заказать бутылочку вина. И, ага. Ну, мне кажется, что только тогда мы сможем выжить. Ага. Ну, то есть, это все-таки ритуал должен остаться и ритуалом, и потребление еды должно быть вот вот в такой концепции, как ты себе. Ее ну, ну, да, что? конечно, человек должен, если это он пришел на ужин, то, наверное, он должен получить все, увидеть все. И, uh -huh. а, у нас одно блюдо практически неотделимо от другого. Порции небольшие. И ну, мне кажется, что поставив цену напротив какой-то там небольшой закуски, да, и достаточно приличную цену, человек не понравится, и он захочет уйти. Uh -huh. А когда это полноценный обед я думаю это интересно и в том числе это как как спектакль вот первый акт вот второй акт третий uh -huh. то есть это мы не даем возможности выбора да он приходит и должен увидеть и съесть только то что дают сегодня слушай ка но ну, наверное, еще играет роль сочетаемость, да, то есть вот эта сочетаемость этих пяти блюд, она же не просто так, да, то есть, видимо, ну мы в любом он... случае там не больше 600-700 грамм общего веса даем. Для, ну я имею в виду, в... что в принципе... если первые блюдо были соленые огурцы, то молоко не будет на втором, <laughs> то есть это как бы сочетаемость да, самих да. продуктов в течение самого сета, она <laughs> играет какое-то значение там просто на целых савин веселиться. На заднем плане, видимо, пробовал не раз такие сочетания гастрономические. Uh -huh. Нет, так я думаю, что тут, может, человек, не сомневаясь. Приходить и... Нет, я говорю сейчас ряда. не только там, да? про, про, про пример там, пищевых отравлений, дай бог, конечно. Я говорю о том, что ну вот вы понимаете, что вот за этим лучше идет вот это, а за этим лучше идет вот это. И в этом случае закуска должна быть такая, а вот суп тогда должен быть такой, чтобы он сочетался с закуской и с горячей. Ну, не могу сказать, что мы об этом уж сильно задумываемся. Оно как-то, само собой, я думаю, разумеется. И когда ты приходишь домой к маме, она точно тебе не даст огурец с молоком она сделает сначала борщ, потом котлету с картофельным пюре, да, ну это все сочетаю. Ага. <соценно> ну, по понятно, да. А, Слушай-ка, ну вот да, я хочу просто сейчас добавить, чтобы у наших слушателей не было такого привратного впечатления, что это не означает никакой помпезности, да, в сервисе, это не вычурность, это уже так звучит, значит, пять подач, спектакль, и ты сидишь, тут 18 <соценно> официантов там по очереди подходят, вилочку подарили справа, вилочку положили слева, да, и ты даже расслабиться не можешь, потому что у тебя тут там, да, не той вилкой взял, там да, что-то такое. Что всего этого на самом деле нет. Да, нет, и это, да все это в домашней обстановке. Да, обычно. Да, я сама подаю иногда блюда с угу. нашим гостям. У нас там несколько всего менеджеров. Ага. Ну, то есть, действительно, это очень домашняя обстановка в ресторане. Он небольшой и большое количество подач не означает, что это там. Официанты с полотенцем стоят у вас там за ухом, да, и на любой ваш вздох начинают там как-то реагировать. Такого нет, и атмосфера в ресторане совсем другая. У нас не курят в нашем ресторане, хочу отметить. Уже теперь вращение? вообще нигде все. Да, все, да? все. Раньше Мы совсем хотя бы... запретили, mm -hmm. потому что это очень мешает человеку понять, что он ест, потому что ну, все-таки и еда, само. и запах. Само собой, тут, как человек не курящий, полностью тебя поддерживаю. Скажи, пожалуйста, подобного рода проекты есть еще в Москве? Не могу ничего сказать про московские рестораны, вообще практически в них не хожу. Почему? Ну, как-то ну, побывала в нескольких и решила, что мне достаточно того, что я езжу в другие страны и вижу, как это происходит там. И не хочу даже смотреть, что происходит здесь, чтобы где-то чего-то не нахвататься. Хочется такого, как в Европе, когда это свежие продукты, когда это красивая подача, когда это вкусно. Потому что я по аналогии с другими ресторанами пыталась сделать бизнес-ланч, я поняла, что это абсолютно мне не нужно и неинтересно. И ну не хочу смотреть, как делают конкуренты, чтобы не пытаться что-то такое их переиграть. Буду делать то, что задумала и пытаться, чтобы людям бы это понравилось. А, ты знаешь, я не говорил, даже про конкурентов. Я говорил, скорее про единомышленников, да. То есть видишь ли ты на московском рынке единомышленников людей, которые тоже как и ты там делают приблизительно да, то же ну, самое. Да, Ну есть Ком, ага. есть делос. И я считаю, что, конечно, это ли это флагманы наши, uh -huh. но их проекты уже существуют много лет, и я там да, пытаюсь только барахтаться, да, и что-то такое uh -huh. показать, но вот, да, это, эти проекты, мне кажется, просто великолепными. Великолепными. Да, прям, да, да. То есть там комовские там варвары или что-то там. Варвары, да. Да. Мне очень понравилось. Uh -huh. Ну, наверное, может быть, это немного дороговато, это все отмечают. Но если у тебя есть деньги и ты хочешь что-то интересное увидеть, я думаю, что варвары uh -huh. можно сходить. Угу. Uh -huh. Ну, а вот рестораны, в которых также с сетами подаются меню вообще в Москве есть или нет? Я просто не встречал. Да, есть, есть, есть да? да. есть, когда подаются с сетами, ну. Я их не едала. Ага. Ничего сказать не могу. Я понял тебя. Слушай, Ка, ну вот расскажи, как люди-то реагируют. Ну те люди, которые пришли и уже попробовали, они говорят только спасибо, что им очень понравилось. Ага. Вот не было еще у меня случая такого, чтобы человек поел, сказал, что, знаете, я бы не хотел бы платить, потому что все было невкусно, отвратительно, ужасно. Нет, все говорят. И почему это настраивает меня на положительный лад, несмотря на то, что, конечно, хотелось бы. Uh, полный ресторан, мы не можем пока этим похвастаться, но uh -huh. я же вижу, как люди реагируют, uh -huh. и что они возвращаются, и что они от сета к сету с нами. И... Uh -huh. Я думаю, что... Ну Может... а есть много таких, которые все-таки не понимают. Вот сколько раз тебе приходил сюда объяснять, что нет, нельзя а, говорить, нет, нет. Если человек зашел, взял меню, посмотрел и вышел, мы для этого вывесили меню на самом деле на улице. Uh -huh. Просто сразу, чтобы отсеять поток людей, которые хотят просто посмотреть меня. Uh -huh. Те, кто зашел, и даже, ой, что вы мне навязываете, я не хочу, а может мне рыба отсюда, мясо отсюда, мы категорически uh -huh. говорим, нет, только если по каким-то жизненным показателям, да, у кого-то аллергия uh -huh, на какой-то uh -huh. продукт, да, мы можем что-то поменять. А все равно и эти люди, которые говорили, что им не понравилось, они не, на... не нравится эта идея сначала, они... выходят довольными. Ну, если уже остаются, да? Да, да. -да. Ну, они остаются, потому что меню висит, и все знают, когда заходят, чего их ждет. Угу. Слушай, ну вот, э, вот у меня была в гостях Кать Дроздова, да, которая рагу и которая прям э, уже, мне кажется, на рынке прославилась тем, что она запрещает гостям много-много-много-много чего. Да? То есть они не меняют ингредиенты в блюдах, они не разрешают сдвигать столы, они там, ну, много всего в рагу делать нельзя, чтобы действительно чистота вот ресторанной концепции оставалась. Да? Э, они не берут банкеты, они не закрываются никогда там на корпоративы. Мне как ресторатору и человеку, да, который тоже отвечает э, ну, не только своими деньгами, но и сторонними деньгами да, за успешность проектов, э, мне кажется, это достаточно сложно, да, когда ты понимаешь, что ты можешь заработать больше, если свернешь в сторону. А инвесторы еще там поддавливают и говорят, ну где бабло? да, Может мы все-таки начнем продавать там салатик Цезарь, суши с лососем, ведем кальян и поставим диджея, и будет все нормально? Конечно, я это слышу, да, но... На самом деле мы позволяем гостям очень много. Если человек просит что-то не класть какой-то ингредиент, Uh -huh. мы однозначно идем навстречу, но у нас ну, не, не такой большой ресторан, и мы своего, каждого своего клиента знаем в лицо. Uh -huh. И если я знаю, что это у этого человека аллергия на, на бальзамический уксус, какой, ну, почему бы мне, не, если... Нет, да? ну, не, не, да, ну, конечно, я сегодня... не будет травить людей, зная, что у них аллергия. Но я хочу сказать, что и банкеты мы берем, потому что у нас вообще очень удобное меню для банкета. То есть пришел гость, выбрал просто что-то одно из трех, и, uh -huh. и ему вот их... Тебе и банкет, хоро... да? Вот тебе и банкет. банкет. То есть нам даже не нужно специально подстраиваться. Угу. И э, 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 у нас банкеты как раз очень часто проходят. И это, это просто, на самом деле, 20-25 человек приходят и занимают почти весь наш ресторан. Ага. И... Ну, понятно, да. Но едят, по сути, ваше же меню, да. Да, Ваша наше сеты, меню, конечно. И, да. и ничего такого специально нет, не делают. Нет. Ну, я имею в виду, что все-таки сколько тебе требуется силы воли для того, чтобы все-таки не свернуть своей концепции, не начать торговать чем-то другим, там, возможно, понимаешь, что это будет более доходно или нет, или так не считаешь. Нет, ну продавать суши. <laughs> ну я утрирую. Конечно, я не буду. Нет, на наверное, надо все-таки идти своим путем. Мне нравится то, что мы делаем. Повару нравится творчество, да, которое uh -huh, ко uh -huh. есть возможность, да, у него каждый день творить. Я думаю, что не в каждом ресторане. Повару дается такая возможность. Будут да, он... мы выводим, mm -hmm. там, допустим, есть тенденция устрицы да, на рынке. Ну, у нас есть устрицы, но мы берем самые свежие вот самолеты. Только в четверг и пятницу они у нас есть. Потом уже их, они съедаются, и все. Мы берем там минимальное количество. Mm -hmm. Ну, вот есть такие, как бы, небольшие отклонения от стандартной мелю Или там стерлиц. Она тоже приезжает к нам в четверг, еще живая. Mm -hmm. Мы ее готовим в четверг и все, и одну и mm -hmm. вот, а дальше это съели значит съели ты знаешь, ну вот мой следующий был вопрос как раз про поваров, да, и про шеф-повара твоего, и про команду твоего ресторана. Насколько я там знаю эту историю, не просто было найти, да, шефа, который у тебя сейчас работает, то есть не сразу все срослось, да. Ну и вообще эта история для такого ресторана, ведь действительно шеф-повар является там главным действующим лицом, и он должен быть достаточно хорошо подкован и достаточно хорошо там, да, умел в своем деле. Давай после новостей мы вот по этой, на эту тему поговорим. Хорошо. Да, 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 оп, оп, да, когда-нибудь это должно было случиться. Пошла уже да, время, а мы все без наушников заболтались с Екатериной, потому что я сказал, что мы после новостей поговорим по пов... про повара, но это у вас были новости, а у нас уже был разговор про повара. Поэтому я напомню наш номер студии, да, 495-КОД нашего города 6510996, сайт финам.фм, форум нашей программы. И смски 5533, со слова, с буквы Я начинается э, ваше сообщение, и потом э, все, что хотите сказать. Э, давай про повара, да, то есть у нас э, ну, в таком ресторане, да, повар это, ну, вот, центр в концепции, да, если я правильно понимаю, от фантазий. Ну, фантазии я вообще зависти. считаю, что в России, конечно, роль шеф-повара недооценена, uh -huh. и мы по пальцам можем пересчитать поваров, о которых говорят, да, в Москве. А, в Европе все не так. В Европе все строится на поваре, и Мишленовские звезды дают ведь не ресторану, а повару. Uh -huh. а, Почему-то в нашей стране эта профессия, она какая-то, ну, не знаю, как обслуживающий персонал. Да? Ну, это, конечно, не официант и не уборщица, но как-то все равно повар остается на задворках. Ну, исторически, кто шел в повара, да, какая была, какой был имидж профессии? Ну, никто в повара не шел в свое время. Да. да, и поэтому зарплаты очень низкие, и поэтому люди, которые что-то умеют делать, возможно, что предпочитают выбрать какую-то другую профессию, у кого только это можно делать только по велению души, работать поваром, потому что это адская работа. Вот mm -hmm. У меня ребята, шесть человек, работают с 11 до 11 каждый день, и получают деньги, которые там я не знаю. Работая каким-нибудь банковским служащим с 9 до 6, они могли получать в 5 раз больше. Да? Но, uh -huh. но им это нравится. Они не могут без этого. И, конечно, я очень рада, что и, и наш повар, вот шеф-шеф, он такой, он творец и ага. я ему не даю возможности управлять рестораном, да, и он этого не хочет, хотя много. А как зовут? Таких... Давай его назовем. Сергей Ситников, Сергей да. Сергей Ситников, откуда он, что, как там, не знаю, там историю рассказывать? Честно говоря, я не смотрю на какую-то историю его предыдущей работы. Он не работал ага. ни в каких пафосных дорогих ресторанах, потому что мне важно, чтобы человек на проработке дал мне что-то, от чего бы я удивилась, меня очень сложно удивить, потому что я повидала в своей жизни всего и, uh -huh. и кузнечиков, и какие-то странные вещи и морской огурец, но а, действительно он вот с первого раза меня удивил, приготовил а, а, фазана с бататом, ну то есть те продукты, которые очень у нас не распространены, да, они используются, но очень редко и то есть ага. люди стараются готовить из продуктов, которые легко купить, достать. Это тоже сложность. То есть иногда Сергей требует от нас таких ингредиентов, ага. которые нам очень сложно купить. А достаньте ко мне жар птицу В золотых яблоках будем ее делать. Ну, бывают и такие случаи. Мы однажды приготовили такую рыбу под названием Красный каранкс. Это такая здоровенная рыбина у которой половина ее туши занимает голова. И она немножко по вкусу она напоминает скумбрию. И, в общем, ну, наверное, ну, потому что если делать меню, менять меню два раза в месяц, вы понимаете, надо уже ага. откуда-то чего-то ну доставать да. из-под полы практически. Скоро до да, аквариумных рыбок дойдете. Эту рыбу специально для нас в Таиланде ловили, чтобы мы ее приготовили. Да, что ты? Uh, ну вот, а, и он творит, и каждый день он выдает что-то новое, потому что проработки мы, естественно, начинаем сразу же, как только первый день uh -huh. нового с это наступил, уже идут проработки следующего. Uh -huh. И ну вот фудь -фу, он со своей задачей справляется великолепно. Да. Ну что ж, слава Богу, как-то он к гостям выходит, нет, он, он у тебя фигуры которую ты как-то выставляешь на показ, или он все-таки... Если у на... него есть такое желание, если есть желание у клиента, конечно, он выходит и рассказывает, из каких ингредиентов сделано то или иное. Это не... Иногда это очень сложно угадать, потому что подачи такие бывают с таким количеством ингредиентов и непонятных штучек, что люди спрашивают. Понятно, да. Мы стараемся еще использовать какие-то порошки, да, которые... Усилители вкуса? Нет, не усилители вкуса. <свят> В... Испанцы очень много сделали разных дополнительных ингредиентов, которые делаются только из натуральных вещей, то есть каких-нибудь водорослей, из какой-нибудь крупы. Они выжимают, делают эссенцию, и ты добавляешь ее и получаешь необычного вкуса желе, и вообще все это еще больше удивляет наших гостей. Ну, это легкие наркотики, может быть, или что-то такое. Ну, Они... мы подумываем об этом, понятно в перечницах и в салонке. Ну, а команду вот этот человек, наверное, собирал сам, да, то есть под себя там как-то что-то А, нет, у нас Сергей второй повар, и часть ребят осталась еще со времен открытия ресторана. Да, у нас мы открывались другим поваром. А, и многие ребята еще с тех времен у нас. Uh -huh. Ну, много и новых. Ну, вот из шести человек, наверное, три у нас. Ну, наверное, для странные. молодежи это вообще отличная школа. Да? Вот те, которые молодые ребята на кухне, для них возможность там смотреть, как ежедневно что-то придумывается, огромное количество вкусовых mm -hmm. сочетаний. Огромное ну, мне количество... кажется, им нравится. Ну, для них, мне кажется, это просто шедевральная история, потому что мало где это вообще можно. Мы сейчас увидеть. еще ждем мишленовского повара в конце ноября. И вот я думаю, что ребятам будет вот это очень интересно посмотреть. У тебя будет да, да, да. да он, будет мы готов. пригласили ага. шеф-повара из Альзаса. Он ага. будет у нас готовить. Нифига себе, позовешь тогда? -то, да, конечно, 22 ноября, пожалуйста. Слушай, скажи мне, а вот, ну вот я хотел, да, плавно переходя на... О, совсем забыл, уж все таки вопрос самый, наверное, который сейчас задают, откуда название, мы не можем про это тоже не спросить. Название «Кадриль Самаром, да? Не все понимают вообще, что это, и когда ты людям рассказываешь, говоришь, что, ну, наверное, ты, сама это знаешь. Ну, конечно, кадриль Самара обычно. Самара, да, да, да. Я помню, я последний раз на интервью тоже рассказывал про ваш проект, в том числе. Я говорю, вот ресторан кадриль Самара, туда, 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 и в конце он такой: уточните в Самаре ресторан да, находится. Ну, расскажи историю, чтобы все понимали уж. Естественно, такое название не могло родиться спонтанно. Оно было мучительное. Ага. Было много разных вариантов. Мне хотелось сделать ресторан, может быть, в стиле Алисы в стране чудес, потому что это мое любимое произведение. Я бы сделала, если бы была больше площадь, можно было бы сделать очень красивый интерьер. И... У тебя отличный интерьер. Вот то, что вот, мне кажется, с интерьером у вопросов как раз вообще точно никаких нет. Ну, для этого ресторана, да. Ну, да. То есть, если делать что-то более бюджетное, веселое и необычное, то я бы, наверное, сделала ресторан да, в стиле Алиса в стране чудес. Mm -hmm. Ну потом я посмотрела, оказывается, такой ресторан уже существует да, в Токио, да, да, да и понятно. очень прикольный. А, и и почему-то я вот как-то уцепилась за эту книгу и стала смотреть, что же мы могли бы из нее вытащить. И хотелось, чтобы название содержало какие-то французские слова. Кадриль это французский танец, mm -hmm. а, несмотря на то, что он как бы перетек в России. Мы считаем, мы считаем его нашим, его, да, mm -hmm. русским, нет, он французский. И амар это французское название лобстера. После того, как я нарисовала маленького мальчика, который стоит в шляпе и фартуке, приглашает гостей в ресторан. Ну тут инвесторы сказали, что ну такое название не забудешь. То есть если ну, один раз ты его увидел, ты подытоживаешь, что это все-таки название десятой главы из книжки Алиса да, в стране да, чудес, да, да. да, чтобы все понимали, что это в чистом виде, да, десятая глава Алиса в стране чудес. Вы можете открыть книжку и у Кати на стенах там какие-то продукции, да, эти ну, гравюры, книжки. Ну, конечно, мы посвятили к книге часть интерьера, да. И... Угу. Это как бы не жестко так, да, броско, а это там портрет самого автора у тебя висит, да? да? Портрет короля. Угу. Попугай, попугай, у тебя, которого. Нет, попугай у нас Амар. Амар. Нет, ну попугай Амар все-таки, да? Так или иначе, он жив-здоров, все у него хорошо. Он так и встречает гостей у тебя на входе. Карканье, да. Карканье. Забрусевший такой Амар попугай, который каркает на входе. Отличная история. Слушай, давай вот по поводу вот ты много путешествуешь, да, сейчас мы еще там, вот, может, в финальной части программы, мне про твои вот ощущения, впечатления хотелось бы тоже проспросить, но для начала хочу спросить тебя э, все-таки про Россию. Вот почему, почему мы так отстаем-то во всем этом? Вот почему мы как бы, да, вот наша гастрономическая история страны, она настолько отстает от того, что ты видишь там? Ну, я думаю, что это потому, что у нас недостаточное количество ингредиентов, чтобы приготовить что-то замысловатое. Это в основном картошка, макароны. У нас же ведь и фермеры наши только-только начали заниматься тем, что они выращивают коров не на молоко, да, на то, чтобы делать из них стейки. У нас нету рыбы, которая, хотя у нас, не знаю, наверное, <laughs> страна, которая больше всего окружает море, но, но... к сожалению, до да, нас рыба не доходит, она уходит в Китай, из нее делают крабовые палочки, которые мы потом покупаем. Может быть, недостаточно ну, невысокая покупательская способность населения, они не могут себе позволить приобрести эту рыбу, которую везти с того же Дальнего Востока в Москву стоит, ну, в Центральную Россию стоит колоссальное количество денег. То есть, ну, очень дорого. В 5 или в в шесть раз ага. увеличивается стоимость, да, после ее добычи. Ты знаешь, я бы мог понять, да, да, почему действительно в Москве, да, это все проблема. Но ведь у нас действительно, как ты правильно говоришь, у нас куча, куча морей океанов вокруг нас, да. Ведь сказать, что, например, тоже в Владивостоке, не знаю, или в Архангельске, или где-то еще э, рождается какая-то кухня, там, где много рыбы, это про рыбу, если говорить, да, но она сразу Ну, может быть, у них свой ингредиент, да? они готовят только рыбу. Ну, только... ничего интересного, там нет. То есть там не за годы, за десятилетия и за столетия все равно же там не, не воспитались рестораны, которые, да, там прям что-то такое готовят. Да, конечно, ты приезжаешь на Байкал, тебе там сделали, как они там называют, уж не помню, ну, типа строганины, да, там, и что-то такое, да, когда мороженую рыбу там режут. Да, что-то такое. Те могут пожарить местную рыбу, и они всегда этим гордятся, или вялят ее, или что-то такое. Ну а какую кухню ты имеешь в виду? Что-то вот такое, это ну, что? что французское? Не знаю, ну. Ну вот... а как? Ты приезжаешь эстетика в Италию? Сама. Вот сама приезжаешь эстетика в еды. Ну, ага. Где же она? Например, в Италии тебе что сделают? В пасту а, бросят сверху зальют соусом, пожалуйста, кушайте. Никакой эстетики в Италии Особая Пицца это лепешка, да, то есть из Тесто, mm -hmm. на которое бросили все, что было в холодильнике, mm -hmm. и вот, пожалуйста, пицца. Во Франции может быть, во Франции это бакюс, наверное, вот он был такой двигатель, и это, его подачи потом стали распространяться по всему миру. И если ты возьмешь э, английские рестораны, я много где побывала в Англии. И это там ну, скорее таверны, чем рестораны. Ну, и, и, тоже всё. не особо славится. Да, она тоже не могу Последние сказать. Последние годы, когда никаких там нет таких подач аховой кухни, там просто они все, все содрали. Вот, вот классическая из франц французская подача, да, когда все красиво, маленькие порции, это все из Франции. Но, наверное, появилось несколько таких поваров, которые придумали это. Они где-то, а где еще в мире? Только там. А, ну, ты знаешь, я, наверное, немножечко по-другому, да, имел в виду. То есть ты в Италии, пусть даже, а, ну, сколько там видов, например, сыров, да, сколько там видов, а, сколько они работают с той же ветчиной, да, как они там, ну, вот мы же не работаем, почему то так? Ну, не выдерживаем да? Парашюту, но у нас есть буженина, которую там вообще не купишь, а, между прочим, очень вкусная. Ну, а по тем же сырам я сейчас вместо моцареллы стала класть адыгейский сыр, и это еще вкуснее, чем <laughs> фицуч <laughs> даже. Ну, может быть. Ну, наверное, должен был, да. должен был быть частный бизнес, наверное, существовать, да, чтобы это все росло в маленьких там сыроварнях, в маленьких каких-то это, поскольку у нас, мне кажется, долгие годы были, ну, государство всем этим занималось на масс-маркете, едой в принципе, то, культура там э, то же самое там с Нет, крупные рестораны я думаю не используют фермерский про продукт не в, не в больших городах в европе они uh -huh. вряд ли используют ну я тебе сейчас скажу что я думаю по этому поводу пока наши слушатели будут слушать новости все давай ага Левицкий Дмитрий, завершающая часть программы «Ресторатора». Если вы хотите к нам присоединиться, код нашего города Дисабеба 495-6510-99-6. <связывающий> Пожалуйста, звоните. Сайт <связывающий> финал нашей программы. Пожалуйста, заходите. СМС 5533, <связывающий> с буквы «Я» ваше сообщение. Катя у нас в гостях сегодня. Катя Ковалевская, совладелец ресторана «Кадриль Самаром». Давай по поводу западных твоих поездок. Чего ты, куда ты ездишь вообще? Куда ты ездишь? Куда, что за что 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 эти мероприятия или какие-то туры специальные? Что это вообще такое? Ну да, наверное, и туры, и просто сама по себе. Как часто это происходит? Mm -hmm. Ну, стараюсь раз в месяц куда-нибудь выехать. Uh -huh. Сейчас вот собираюсь в Гонконг на гастрономический фестиваль. С 1 uh -huh. по 4 ноября один из крупнейших сборищ со всех ресторанов и виноделов. Ну, посмотрим. Почему я езжу? Ну, вот говорю, чтобы не было такой зашоренности от того, что я вижу здесь у нас, и хотелось бы расширить свои горизонты, посмотреть, кто чего ест, и почему именно этот продукт стоит столько, почему он популярен. Uh -huh. Потому что у нас сейчас на самом деле весь исходный наш продукт. Мы берем а, практически весь из-за границ. То есть рыба у нас идет откуда-нибудь с Юго-Восточной Азии. А, все фрукты овощи мы стараемся брать европейского производства, потому что, конечно, наших фермеров я, я не надеюсь, несмотря на да? все да, пожелания нашего правительства. Ну, я в отечественный продукт пока. Не, ему пока не доверяю. Почему? Катя? Ну потому что я считаю, что я не знаю, как была сделана эта картошка, сколько нитратов она содержит, и не хочу давать этот продукт своим клиентам. Я лучше куплю французскую и буду спокойна, потому что я знаю, что европейские Ну, Прям совсем законы... нет. Или ты просто пока это не изучала, или? Потому что у меня были здесь в студии однажды фермеры и ребята в общем такие нормальные и стараются и действительно. Ну, болеют, не... может быть для все. ресторанов, которые имеют своих закупщиков, это еще будет иметь смысл, что они куда-то могут поехать угу. на каком-то складе угу. что-то забрать. То что фермеры могут мне привезти без сертификатов, без чеков, мне не нужно. Ну, нет, там уже, конечно, не всякие сертификаты. Ладно, ну, бог, с ним, я, хотел... я Я получила несколько раз эти продукты, да? и, честно говоря, я не, не была довольна. Угу, я понял тебя. Слушай-ка, ну давай. То есть ты, ты ездишь на всякие фестивали гастрономические, ты очень много ездишь по известным там, популярным ресторанам да, по всему да, миру. Конечно. А, ну, вот расскажи, что, что они делают такого, что вот, к чему нам надо стремиться. Вот, что, что такого там ты видишь, что тебе, собственно, сюда ты хотелось принести? Ну, я вижу то, что продукт абсолютно свежий, что он всегда вкусный, uh -huh. что он интересный. Ну, для меня, на самом деле, важнее подача, то есть вот я просто сторонник того, чтобы это было красиво, то есть мне не нравится просто какая-то куча на тарелке, да, мне хотелось бы, чтобы я видела каждый ингредиент, и я знала, что это, и попыталась что-то новое для себя открыть. Uh -huh. Ну и открывают и иногда такие необычные вещи делают итальянские, французские повара, что просто диву даешься, несмотря на то, что уже Какое вроде все избавилось. у твое самое яркое гастрономическое впечатление. Расскажи, поделись, вот что было за место, где ты действительно, прям которое сейчас, если вспоминать, вот я бы тебя спросил, куда съездить, ты говоришь, Дим, вот съезди вот туда, вот там, наверное, там лучше всего было. Ну, э, на самом деле, самое яркое, самое первое. Вот, естественно, uh -huh. <laughs> для многих людей, то есть мы с э, моим мужем, будучи в винном туре по шампании, побывали в первом нашем мишленовском ресторане, и, конечно, мы просто были в таком восторге. Сейчас э, меня уже, конечно, так это не, не удивляет, и тот же Гордон Рамзи, да, может быть, делает продукт, который я уже когда-то где-то видела. Um, или я не, не, вообще не очень поняла кухню у того же Бакюза, да, то есть мы попробовали вещи, которые теперь уже используют все остальные шеф-повара, ну, да, Но, он ну уже, ну, он уже ну, не он, на он, пике он, моды он и волны. Он не готовит в любом случае у него uh -huh. готовят молодые ребята. Но просто так получается, что у этих метров э, шеф-повара берут э, все интересные идеи и разносят их дальше по всему миру. Поэтому сейчас уже это все, все стерто. Так что было такого в том первом ресторане, что запомнилось тебе на всю жизнь, и уже то, что перебить нельзя? Mm. Ну, именно подача. Именно именно красота в тарелке то, к чему в России мы не привыкли и это наверное наверное это даже не столько вкусы угу. во франции это таки было я да, во франции угу. ага. слушай второй момент который ты пропагандируешь это какое-то своеобразное отношение к вину ну, не своеобразно, а как-то есть своя позиция. Я не совершенно не винный человек, да, если честно сказать. Вино, наверное, не самый мой любимый напиток, но у тебя есть своя позиция по поводу вина, и ты, собственно говоря, там вот... Ну, моя должен... позиция, что нужно попробовать все. И это должно быть недорогое вино, потому что... Всегда можно найти. Ну, все зависит от случая. Конечно, если ты хочешь получить какое-то необыкновенное удовольствие, да, можно купить бутылочку Петрюса какого-нибудь, 1984 -го года, сесть и и, и, и. и это невозможно делать за ужином, да, то есть это нужно а, встретиться со своими друзьями, разлить и понять это. Но, конечно, для каждодневного использования такие вины не подходят. И если у тебя есть возможность там за ужином выпить бокал вина, то мне кажется, что оно должно быть все время разное, человек должен развиваться. Mm -hmm. И мы так стараемся тоже в ресторане покупать вина неизвестные для вот тех, которые очень мало берут и другие рестораны, именно для того, чтобы человек у нас мог попробовать что-то необычное. Мы всегда и меняем карту. И... Часто меняешь карту? Да? да, постоянно. Чуть не каждую неделю. Ну а в равно небудь гости приходят, когда пиногриджи есть. У вас там решение? Конечно, такое, да? приходят, да. Ага. Ну, у нас есть прекрасный пиногрид из Эльзаса. Зачем вам пиногриджа из Италии? Потому что этот сорт на самом деле <laughs> исконный эльзасский, такой очень неприятный немножко сладковатый, То есть, не, вин... не такой кислый, как каким мы привыкли его видеть. Винные иногда. туры это еще одна твоя ипостась, да? И сегодня за завтраком Катя рассказывала, как тяжело ей с утра до ночи дегустировать вина на, на разных. Э... Ну конечно, если производитель дает возможность продегустировать тебе десять его вин, а следующий производитель еще 12. Uh -huh. <laughs> но следующий может быть и, и меньше. Но уже к вечеру достаточно тяжело, да? Винные туры это очень интересное мероприятие и не могу не рекомендовать любителям вина такие путешествия. Там как ты можешь за буквально неделю увидеть полностью какой-нибудь регион и попробовать все, что может предложить местный производитель. Ага. Хорошо, слушай, здесь накидали нам вопросов. А время наше потихонечку тает. Ну вот Таня спрашивает про повара, но про это мы уже говорили. А, ну вот Юля спрашивает, как как а как вы выбираете вино и большой ли у вас выбор, э, рекомендуют ли вы к сетам отдельные вина? Ну, мы к весному к рекомендуем красное, а к рыбному рекомендуем белое. Mm -hmm. Да, конечно, у нас. Хотя на самом деле есть у нас вина достаточно. К вегетарианскому безалкогольному. Ну, кстати, люди-вегетарианцы редко заказывают, но если заказывают, то заказывают красное вино, почему-то вот такая тенденция. Нет, мы просто спрашиваем, что человек любит, потому что все-таки есть определенные предпочтения, и мы к к сету нет. Не, не могу сказать, что какой-то вино uh -huh. Есть какой-то бюджет, например, всегда у человека, понимает, сколько он готов потратить. Uh -huh. Я понял тебя. Максим спрашивает вот про экономику, видимо, снова. Да? У вас небольшой ресторан и, не, и небольшая стоимость сетов. А вы вообще прибыльны? Или это для души проект, который будет, побудет на рынке и закроется со временем, потому что инвесторам надоест складывать деньги? Немного побалуете публику, да и все. Готовы ли ваши люди к вашим подачам из заграничных блюд? Ну, конечно, летом уже я стала подумывать, вообще зачем мы все это затеяли и стоило ли, потому что летом был колоссальный спад. Мы вышли да, на точку окупаемости вот ну, таких переменных затрат в, в апреле, uh -huh. но, к сожалению, летом похвастаться не могу, пришлось сюда вкладывать деньги. И сейчас вот я просто вижу, как прибывают клиенты, uh -huh. как им интересно и... Сейчас такие мысли уже меня не так часто посещают. Хотя, конечно, uh -huh. если взять результаты по году, то ни о какой прибыли пока речи не идет. Uh -huh. Но мы сразу изначально были уверены в том, что так и будет. И uh -huh. решили, э, что мы поработаем, хотя бы там кодик полтора надо посмотреть. Не стоит, я думаю, прямо сейчас опускать руки, потому что проект сложный, и пока он дойдет до умов uh -huh. э, всех наших клиентов, я думаю... Вот ты впервые проект сказала, вы... что сейчас пришла к выводу, что настолько такой ресторан не может быть первым проектом. Да, да, да. Я считаю, что такой проект должен открываться уже, когда у человека имеется несколько ресторанов, которые однозначно успешные. Ага. И, ну, это сложный проект. Сложный, да, мы взялись за него, так прям ломанулись. Надо было ну, конечно, да, я все и... обдумать и подумать о том, ну, наверное, вот для Но этого. Но ты не места... хотела заниматься ничем другим. То есть, ты же, когда, когда мы обсуждали еще, да, в это время, ты же говорил, что ты как не, бы... Нет, 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 мы исходили. Нет, я не хотела бы заниматься другим, если бы это была другая площадь или ага. другое местоположение. То есть мы исходили только исключительно от места. Место и размер ресторана. Ну, там ничего. Другого, я я думаю, что ничего другое там бы и не получилось. Uh -huh. Да, хотя бы мы имеем что-то уникальное, уникальное предложение, которое всегда найдет своего потребителя. Uh -huh. а, я тебя понял. Иван спрашивает: Екатерина: а вы в ресторане много общаетесь с гостями? Ведь зачастую наши рестораторы не балуют гостей своих вниманием своим вниманием. Для чего это вам? Это маркет или вам действительно интересно их мнение? Да, конечно, я общаюсь и постоянно встречаю гостей. И, естественно, как я уже вначале говорила, мне очень нравится, когда у меня гости. И этот ресторан я уже воспринимаю как свой второй дом. То есть mm -hmm. это я больше времени провожу в ресторане, чем дома, и знаю очень многих клиентов не то, что в лицо, а по именам. И, да, общение есть. И, надеюсь, mm -hmm. дальше дальше будет больше. Угу, я понял тебя Слушай-ка, ну ты говоришь, что это только начало И мысли у тебя еще там, да, разные Ну надо же деньги зарабатывать как. Какие мысли-то? Вот что еще там, да? Ну я не говорю про раскрытие каких-то там прям конкретных планов Вот что бы ты еще могла как ресторатор уже, да, Екатерина ну, Ковалевская предложить. Хотелось бы какое-то более, наверное, веселое, не такое камерное место, чтобы от, из моего ресторана люди, покушав, могли куда-то поехать и выпить. Тут я чувствую, конкурент в барной индустрии у меня может появиться через какое-то время. Нет, нет, я ничего против не имею. Я только за. То есть это больше именно какое-то увеселительное заведение, можем от тебя ждать. Ну, это то, что бы мне хотелось. Я думаю, что бары все-таки действительно приносят прибыли в большей степени, чем ресторан, гастрономический ресторан. — Ну, э, бары тоже бывают разные, тоже закрываются и открываются, есть бары там прибыльные, есть ну, бары Ну, если убыточные. за ними следить, если хороший управляющий, то, надеюсь, что вы уб... не, не убыточные точно. Угу. — По традиции говорю, что мы не закончим, пока у нас не отключите. Это был Левицкий Дмитрий, пока-пока-пока!